простым делом. Пепел Красной горы хранит сек... Что-то строят, это же очевидно. А вот что? От разговоров с ними толку мало. И мне бы очень хотелось узнать, что произойдет, когда они закончат. Лишь невежды думают, что там нет ничего, кроме пепла и лавы. Есть и зеленые равнины, и болота, и изумрудные холмы. Над островом возвышается Красная гора. То и дело здесь падают пепел и обломки от извержения. И когда весь мир вспомнит... Что-то строят, это же очевидно. А вот что? От разговоров с ними толку мало. Здесь, в его святилище. Жаль тебя расстраивать, но в наших шахтах ни крошки эбонита не осталось. Так что езжай себе дальше. Прошу прощения, но вход в храм только для последователей нашей веры. Посторонним здесь не рады. Старейшина Трилок готовит меня себе на замену. Скоро все в этом храме будет. Thank you.
Спасибо. Я не был уверен, что выберусь с этой фермы живым. Хотелось бы сказать тоже про моих. Некоторые редоранские стражники называют их порождениями пепла. А что я? Мне плевать, как их там называют. Главное, что они угрожают Вороньей скале, и их нужно уничтожить. Я решил поискать какие-нибудь подсказки, чтобы выяснить, откуда они берутся. Знаю, это не лучшее место для начала поиска. Очень хорошо. Потому что помощь мне просто необходима. К тому же, мне не хочется надолго оставлять Воронью скалу. Мы обыскивали ферму, когда на нас напали порождения пепла. Посмотри, не найдешь ли ты здесь чего-нибудь полезного. Сообщи мне, если обнаружишь что-нибудь необычное.